Победа. Под таким названием в спортивно-техническом клубе «Люберцы» пройдет традиционный кубок по автослалому. Одно из самых зрелищных и массовых мероприятий состоится уже в пятый раз. Попытать удачу и попрактиковать навыки вождения может любой желающий. Поучаствовать смогут команды из 5 пилотов плюс один в запасе. Классификация автомобилей – абсолют. Членам команды разрешено выполнять заезды на одной машине. Все желающие смогут попрактиковаться на трассе в течение 2 часов. Об этом нужно договориться заранее с начальником дистанции. Если же водитель один, он может объединиться с другими единомышленниками. Организаторы формируют команды для всех желающих. Оставлять заявки на участие можно уже сейчас по адресу, который вы видите на экране. Получить незабываемые эмоции как в качестве участника, так и простого зрителя можно 25 мая. Старт соревнований 12:00. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.